Итак, после того, как мы крэш-курс прошли по скульптингу, давайте сделаем что-нибудь уже из этого полезно. Начнем мы, как всегда, со сферы. В принципе, сфера 24, да? Посмотрим, сколько не грани, слишком много. Давайте уменьшим до, скажем так, 12. 12 будет в самый раз. Так, хорошо. И сразу же сделаем копию. Копию сделаем, подвинем сюда. Превратим их в редактируемые мыши. Посмотрим теперь. Сформируем туловище. Ну, во-первых, сначала, наверное, переведем вот, напишем, что head — это голова, и корпус. Так, ну давайте тогда займемся тем, что сейчас включим, вот выключим видимые и начнем формирование. Вот так. Самого корпуса. Использую для этого привычные предметы, инструменты. Пошире сделаем. Так. Ну, в общем, двигая те и другие полигоны, вернее, точки, мы должны получить корпус. После этого выделим два этих объекта. Перейдем в режим полигонов. Возьмем Select Loop, выделим здесь и выделим здесь. Удалим их. Вот так. Нам надо соединить эти два корпуса с головой. Для этого объединим их. Правая кнопка мыши, Connect Object и удаление. До этого как бы надо было корпус поближе все-таки поднести вот сюда, чтобы соединение было легче. Так, вот так. Все, теперь у нас это один объект, значит, и точки у нас здесь равные. Теперь надо это дело соединить. Для чего перейдем в режим ребер? То же самое, возьмем луп, селекцион, этот ребро выделим, это ребро выделим. И здесь найдем такую команду, называется она stitch. Вот, see. Не знаю, как stitch точно она. И вот теперь подведем сюда. Раз, они у нас соединились. Причем хорошо, без всяких косяков. Отлично, вот у нас первая фигурка, то есть первая основа фигурки готова. Сейчас я еще посмотрю. Здесь, наверное, надо пошире сделать. Вниз. Как-то он вытянулся, мне кажется. Ну-ка. Да, конечно, то есть он неравномерно как бы. Но хотя все правильно, корпус так и должен быть. Там, если что, поправим. Ну, теперь бы пора заняться деталями, то есть нам нужно с вами сделать ручки.
Пусть они будут здесь. Смотрим, да. И начинаем тянуть с помощью зажатого Ctrl. Вот так. Потянули. Посмотрели. Побольше. Так, теперь вот включаем видимые объекты. Я боюсь, что мы сзади тоже что-то подтянули, да, конечно. Это вот за этим надо следить. То есть выделяем вот только это. Да, тут все цело. И тянем. Так, потянули. Теперь заглядываем вниз. И выделяем вот эти полигончики. Все. И вниз их. С помощью зажатой Ctrl. Вот так. Все, вот у нас такие ручки. Мы сейчас будем править. С помощью... Вот я хочу их, эту часть, прижать к корпусу ближе. Вот это нам не нужно. Так, где-то. Ну и чуть раздвинем. В общем, это процесс такой, что я хочу вас от этого поберечь. Сейчас я сделаю, покажу готовый результат, какой должен быть. Там я немножко неправильно сделал, тем более, что есть возможность повторить. То есть мы должны немножко вверх потянуть. Чтобы у нас вверх потянуть. Я такой, чтобы еще раздвинул их чуть-чуть. Вот так. Еще можно. Вот. А вот теперь можем... здесь продвинуть. Ctrl. Продвинули. Отодвинули. Это вот так, наверное. Есть. Так, хорошо. Теперь сделаем следующее. Мы возьмем точки опять. Вот эти. Вот, вот эти. И вот это. Ну, подвинем их вперед. Вот так. Так. Посмотрим на эти. Естественно, они сдвинулись, поэтому поправим. Вот так. Так, и ручки получились слишком длинные, на мой взгляд. Давайте мы их подтянем чуток. Так, после того, как мы грубую форму сделали, давайте-ка мы ее Subdivision засунем. Вот сюда. Вот так. Здесь нам будет удобнее работать. Пока в грубой форме. Вот. Лапки сведем поближе сюда. Здесь приплющим, здесь добавим. Так, ну и мне надо еще затылочную часть поправить, потому как не бывает такого. То есть развернуть и вот тут выдвинуть, да. Может быть, сделать побольше чуть-чуть, чтобы захватить участок побольше. Вот так вот.
Вот так, все-таки это зверек, у него такой головы не может быть. Так, хорошо. И тут раздвинем. Вот, совсем другое дело. Совсем другое дело. Угу. Так. Уменьшим. Так, сдвинем сюда. Это выдвинем сюда. Щечки, да? Угу. И тут глазные впадины нам надо. Давайте поменьше сделаем. Так. А эти, наоборот, выдвинем здесь щеки. Где щеки? Выдвинем. Ну, вот так. Угу. Пускай будет так. Вот пока. Там разберемся. Так, смотрим. Тут вот добавить надо, я думаю. А тут, наоборот, убавить. Так, хорошо. Угу. Готово. Так, теперь сделаем следующее. Зайдем в Subdivision, уменьшим количество Subdivision Renderer до 2. И теперь можно эти вещи соединить. Connect. Объект. Вот. Сейчас сделаем поглубже глазницы эти. А щечки выдвинем сюда. Вот так. И носик сюда. Вот. Далее можем глазики сделать. Сфера. Уменьшить сферу. Вытащить ее сюда. Давайте поуменьшим. Вот так. Слишком лупастая будет. Вот так, наверное, будет нормально. Угу. Так. И, естественно, сфера. Далее можем симметрию взять, симметрию это засунуть, сказать, что по XY у нас будет. Так вот. Единственное, что мне интересно, почему один из них больше, второй меньше. Это означает, что у нас вся фигура повернута немножко не так. Да. Поставим ее на место. Вот сюда. Вот. За этим надо следить. Назад. Теперь вот эти глаза. Вот так. Я думаю, надо развернуть. На 90 градусов. И еще раз поставить их на место. Так вот, наверное, будет лучше. Ой, страшно. Не надо это делать. Страшно делается. Вот так пускай будет. Так, и отодвинуть. Так, вот сюда. Сюда. И самого этого подвинуть тоже вот сюда. Ровненько так сделать. Где у него центр-то? Так. Вот. Интересное кино. Все равно получается один больше, второй меньше. Так, Subdivision. Ну, сейчас попробуем вручную.
Так что ли? Странно. Ну ладно, пускай будет пока так. Там видно будет. Ага. Дальше можем с графином продолжить. Посмотреть, что у нас тут. Ой-ой. Ладно, ставим пока так. Ну что, теперь нужны нам ноги и руки. Руки у нас есть. Нам нужны ноги теперь. Подвинем чуть ближе к корпусу сюда, вот так. Так, ноги, да? Глянем, вот тут у нас ноги выделить надо. Полигончики. Так, не знаю, сколько тут понадобится нам на это. Так, займемся ногами сейчас. Так вот это выделим. Отсюда можем быть удалим. Вот здесь, вот здесь. Тоже вот так. 3-4, 1, 2, 3, 4. Окей. И потянем вниз. Нет, у меня немножечко побольше надо здесь убрать, здесь добавить. Вот такие ножки были, на которые мог опираться. И растения должны. Корпуса из низа, не сверху. Так, и сделаем. Так, и выдвигаем теперь. Вот. Ну, другое дело. Угу. Так, потом мы их доведем до ума. Еще и ухи надо сделать. Ну, это в следующей серии.